Всем привет, ребята! Скажите, дети, привет! Привет! Hello! И Ваня тут, мы сели смотреть новый мультик. Вот, и будем его сейчас смотреть. А тем временем... Как называется, Ванюш? Расскажи нам. Я не знаю. Как приучить... Бизона, нет? Бизона, такое? Да. Как да. приучить бизона? Вот так, посветление? Да, видишь? Хорошо, так. Вот так. Вот тут в сумерках. Да. Как это называется? Как приучить бизона. Приучить. Надо, у нас тут вонючка залетела. Надо пакеты эти убрать. Я уже вытащила все, что нужно, да. Я когда я открывала мои комнаты, дверь, у меня жук был. Мертвый. Да ладно. А кто же его? Это как кузнечик, только не зеленый, а ворон. Коричневый. Да. Понятно. Идем покажу. Ну, давай потом, мы так хорошо нет, сидим на диванчике. Чай. Вы же мультик. Мультик, да. Я его... Пусяша с нами, Пуся. А? Пума. Пума. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Пуся с нами тоже. Ладно, смотрим мультик. Да-да. Нас дети зовут. Говорят, что-то они там подготовили нам. Сюрприз какой-то. Ух ты! Какая музыка у вас приятная тут играет. А какой красивый ух город ты. Вы построили. Ой! Ну, мама! Здоровенько, я вижу, здорово получилось. Ребята! Да. С музычкой это... тут. Да. Ну, рассказывайте, что тут? Это город птичек. Город птичек? Что ли, как в этом, господи, дикий робот? Это город птичек только. А, хорошо. Ну и животных. Да. Это город и животных. Это ты сделала? И есть робот, только я не знаю, как его сделать. Тащу, я не могу так сделать. А ты что делала? Дороги? Она делала вот это. Ага, Аня дороги делала вот эти. Угу. Круто. Сейчас делала дикого робота. Здорово. Дай 5. Молодец. И ты молодец, дай 5. Давай еще раз. А что у тебя лицо в шоколаде? И ты тоже. А мне? А так. А я дикий робот. Чук-чук, миленько. А я дикий робот. Ты дикий робот? Ой, нет. Не ты, а ты играешь. Дам-дам. Кто сегодня хочет купаться в джакузи? Так, отходи. Так, проверяем температуру. 35 градусов. Ну, достаточно тепло. Но могло быть и теплее. Кого я остановил? Чтобы не было еще... Ты что босиком? А ну быстро, куда ты? Так, дети собрались идти на улицу. У нас перевели, кстати, время. У нас темнеет теперь намного раньше. Вот, мы хотели в джакузи, но джакузи еще недостаточно прогрелся. Надо было раньше его включить. 35, ну прохладно. Как бы мы залезем, будет тепло, и она сразу же. Часа, наверное, 2 назад, да? Да, надо еще столько же, наверное. 70? Что 70? Ну, нет, 35, я имею в виду. Я имею в виду времени столько же подождать. Ваня! Стоп, ты можешь так вот перевернуться и туда вниз упасть. Куда ты идешь? Вот она делаешь, джакузи. Вот, дети вышли погулять. Ваня сейчас будет колоть дрова для того, чтобы каминчик зажечь. У нас тут ветрено. Дождик собирается. Дела? Я сейчас буду дровишки колоть. Пойдешь папе помогать дровишки колоть? Да. Да? Аня тоже бежит помогать. Да, защелкивает, потому что ветер сильный. Ветра. Все, пришло время ветров у нас. Все, ушли.
дрова, ой, готовить для камина. У нас наконец-то осень к нам пришла. И сегодня, я уже говорила, время перевели. У меня отвалился половинка ретейнера. То есть я когда ходила все слова повылетали. В общем, я же с брекетами ходила. И после того, как брекеты снимают, тебе ставят такие металлические, не пластиночки, это такая, как проволочка. И она... Новый листочек. О, класс, здорово, да. Но бананов еще нет. Ванюш, не факт, что они будут. Дверь закроешь? Да. Вот, и на нижние и на верхние зубы, соответственно. И вот у меня на одном из зубов, вот этом, внутри, с этой стороны, этот ретейнер отвалился, отклеился. И он не мешает. У меня язык все время хочет его поправить. Вот, так как это произошло со мной вчера вечером, сегодня воскресенье, естественно, никто не работает. Завтра утром буду звонить, и, похоже, мне завтра придется ехать в клинику, чтобы мне подклеили, и я хочу заодно сделать чистку зубов. Вот, ежегодную. Так что, да. Так не люблю, так не хочу ехать. Вы не представляете. Еще у меня есть один зуб. Он меня пока не беспокоит, но его нужно сделать, его нужно отремонтировать. И я все тяну. Ваня говорит, сколько ты еще будешь тянуть, пока у тебя не заболит он. И он прав. Я просто не люблю зубных врачей очень-очень. Мне не нравится. Я вообще не знаю людей, которым нравится, кроме самих зубников, самих врачей зубных, которым бы нравилось ходить. Пусть. Такой животик у тебя, такой сладенький, такой мягенький такой. Вот, а я сидела еще, смотрела в интернете идеи, как будем украшать елку. У меня есть идея, я ее увидела и хочу ее просто повторить, воплотить тоже в жизнь. И я искала свечки на елку, которые вот электрические. Вот, нашла, думала на Алиэкспресс заказать, потом подумала, что посмотрю, вообще какая разница в цене с Амазоном. И на Амазоне дешевле. По-моему, на 2 евро, что ли, или на 3 дешевле. Еще и доставка чуть ли не на следующий день, понедельник. Я думаю, Поэтому я закажу на Амазоне и не буду париться. Порой на Алиэкспресс не так дешево. Какие-то штучки. Штучки-дружки, да? Пусяшка. Сейчас будет каминчик у нас. День сегодня пролетел так быстро, вы не представляете. Хотя еще до конца дня еще ого-го, но все равно как-то так уже темно, серо, тускло. Да. Классно, не знаю, не атмосферно, мне нравится. Дети, конечно, убежали, сейчас чуть-чуть погуляют на ветру, там неприятно находиться на улице. И прибегут вернуться обратно. Ой, завтра нужно будет убираться. А то сегодня что-то после выходных у нас прям капец какой-то в доме. В плане того, что где-то что-то валяется. Какая-то книжечка, какая-то сумочка, какая-то кружечка, какое-то средство. То еще что-то. Так по мелочи, так-то в целом, пылесос каждый день пылесосит, там посуда моется, все это, естественно, все делается, но как-то все не на своих местах, но когда выходные, я даже не пытаюсь все расставить так, как мне надо, потому что это бессмысленно вообще. Что-то принес? За ведром пришел? Да. Папа попросил. Бери, Анюта, иди помогай Ванюше ведро нести. Да, там ручки есть, вдвоем несите. Все, несла. Все, унесли. Дверь только не закрыли. Еще я сейчас обратила внимание прищик.
Не прикольно. Да, давай. Анюточка, тебя не видно. Браво! Все, а что? Ты что в ботиночках? Снимай ботины. Ботиночки снимай. Подожди. Вот, да, снимай и будешь еще танцевать, хорошо? Браво, Аню, ты молодец. Хочешь еще раз? А ну-ка, хочешь посмотреть? Давай. Идем купаться? Да.